смотрите, вам нужно обновить персональные данные, чтобы сим-карта продолжала работать. Какие? Вы можете пояснить, какие персональные данные? Какие персональные данные я должен обновить? Смотрите, сейчас ведь без сим-карты никуда, там и звонки, и интернет, и будет неприятно в важный момент остаться без связи, к тому же процесс проверки данных тоже может занять какое-то время, а без нее сим-карта не заработает. Вы не услышали мой вопрос, я говорю, какие персональные данные изменить? Вопрос простой, какие персональные данные изменить? Семейное положение, что, место работы, что изменить? Вопрос конкретный. Смотрите, дело в том, что вам нужно сверить персональные данные. Что, тупая, что ли? Мы будем обязаны заблокировать ваш номер. Тупая, спрашиваю. Спокойствия, всего доброго, до свидания. Владимир, доброе утро. Сегодня к операторам большая очередь. Чтобы вы не теряли время, я готова помочь вам. Скоро я попрошу вас задать мне вопрос. Пожалуйста, дождитесь моей фразы. Из-за новых требований закона о связи сейчас проверяются все номера. Ваши персональные данные не подтверждены. Пожалуйста, обратитесь в офис Мегафона, чтобы переоформить договор. В СМС отправила вам ссылку с нашими адресами. Какую тему обсудим? Задайте ваш вопрос, пожалуйста. Чтобы я вас поняла, задайте вопрос кратко. Например, как отключить платные услуги? Или как сменить тариф? Какой вопрос я могу для вас решить прямо сейчас? Общение с оператором. Скажите, какой вопрос вы хотите задать оператору? Персональные данные. Я могу вас порадовать правильными ответами. Особенно, если вы будете использовать краткие формулировки вопросов. Например, такие. Как сменить тариф? Или почему у меня списали 100 рублей? Ну что, попробуем? Давай, пробуй. Какую тему? К сожалению, ждать ответа оператора придется долго, а время бесценно, как говорят люди. Сейчас я отправлю вам в СМС-ссылку на личный кабинет. Ведь может оказаться так, что ответ на ваш вопрос вы найдете там. Пожалуйста, проверьте. Какие же вы долбоебы, блядь. Перевожу на специалиста, он поможет решить ваш вопрос. Мы записываем общение сотрудников Заебись. С клиентами, чтобы повышать качество обслуживания. Повышай качество, после завершения разговора со специалистом, пожалуйста, оставайтесь на линии и оцените качество обслуживания. Обязательно для нас оцени, важно давай. Ваше мнение. Давай. Мнение, блядь, пиздец. Я так понимаю, эта музыка, блядь, на весь специалист день. Специалист ответит через 7 минут. Ага, через, блядь, 10 минут, блядь.